Дорогие сочинцы, примите самые теплые и искренние поздравления с Днем города. Этот праздник посвящен всем жителям нашего гостеприимного Краснодарского края, а также миллионам туристов, приезжающих на курорт 12 месяцев в году. Но прежде всего, это праздник для тех, кто живет и работает в Сочи. Хочу выразить вам огромную благодарность за любовь к родному городу, за ваш каждодневный труд, за вашу активную гражданскую позицию и патриотизм. Мы приложим все силы для того, чтобы сделать жизнь всех сочинцев максимально удобной и комфортной. На курорте продолжаются работы по строительству школ и детских садов, спортивных площадок и объектов культуры, благоустройству зеленых уголков и созданию новых парковых зон. Мы будем продвигать наш курортно-туристический потенциал не только в российских регионах, но и за рубежом. И чем больше в Сочи будет гостей, тем больше у нас появится возможностей для реализации задуманных планов. Давайте вместе отметим день нашего любимого города Сочи, который продолжает активно развиваться и уверенно смотрит в завтрашний день. Поздравляю вас с праздником, Днем города Сочи!